скажу, вместо такого, да? Видишь? Угу. А, и вот такое ставлю, так, просто не умею. Ну, здесь три почти удобно идет. Ну, как и должно быть, наверное. У меня на пусть чуть ли не в два раза шире, и у меня мои детские пальчики. Короче, долго привыкать. Детские пальчики, говорит Вадим Советский. Много блогеров. О, играешь в Синдикат? Да. И как, ты прошел уже? Да, все прошел. Тогда не ходили. Синдикат играешь? Да, конечно. Что, вы телескопите, что ли? Я, да. А что? А у тебя нету. Не, включи. Вадик, да, давай. То есть так хочешь, да, без того, чтобы его включить? А, надо... Да, да. Так видите, я ж глупый. Я ж блогер. Ты чё? Нет, ну я, допустим, блогер, я умный. Так что... Ты предупреждай об этом. Я всё время общался. Кто это? Это Вадим Савицкий. Та-та-та-та-та-та. Ва. Та-та-та-та-та-та. Вадим Савицкий. Видео. Смешно. У тебя тоже. Да, мы как раз сейчас снимаем. Это вот... Ой, тут Никитка, тут Машуля. А сейчас закончились съемки Слабо. Вот Маша, вот Катя, вот Костя и где-то еще там Марк. Вот. Как ты считаешь, выпуск хороший? Раз, два, три, четыре, пять. Шутка Макса Бранта в стиле йоу. Йоу, чувак. Чувак, ну ты че? Йоу, вау. Ого, у вас бардак, пишет Джек Белозеров. Ничего, ты не смотри туда. Ты не понимаешь ничего. Кать, как ты себя чувствуешь после Слабо? Я отлично. Отлично? Да. Я же там никак вообще. Ты вообще никак там. Никак. Вот все согласны, ты вообще никак там, просто. А вы сказали, что я новый участник шоу Слабо? А, ой, это не... Вадим, и все. Итак. Чуть никого нет. А, всем? Всем привет! Вот и я в кадре, наконец-то, вы ждали, я знаю этого. Все 452 человека. Как называется? Ставьте лайки и рассказывайте друзьям. То есть нажимайте расширить эту трансляцию, чтобы у меня было сегодня человек 700, пускай будет. Так что все. Так, молодцы. Рассказывайте всем своим подписчикам об этой супер-мега-трансляции, потому что это же самое главное, лайки и ваши рассказы, потому что если вы так не будете делать, то никто из блогеров не будет транслировать, выходить с вами в прямой эфир. А это, кстати, логично. Я вот... Да нет, давай вместе. Давай. Я вот все думала, как сделать вот это предложение, составить предложение, угу. Чтобы объяснить подписчикам, для чего вообще Перископ, и что, как бы, если не будет их, то не будет нас. Так, естественно, потому что никто не будет Никто не будет перископить, если будет пусто и не будет... Вот так, сердечек. Ты... Ой, это я приключила, да? Да, нельзя на себя сердечки жать. А, серьезно? Я вообще в этом не шарю. А у тебя есть перископ? Да, у меня есть перископ. Муратаева Мария. Ты расширила себе? Что? Раз, что? Ну, то, что сейчас ребята делают, рассказывают своим подписчикам об этой трансляции. А, нет, надо. Конечно, давай. Я же попросил. Сейчас всех. Я сделаю. И сделаю. Посмотрим, сколько с Машей перешло народу. Оп. Так, Никиток, ты готов это тоже сделать? Давай. Все. Вот, смотрите, я сейчас делаю. Так. Сейчас, так, смотрите. Делаю. Так, смотрим. Так, смотрим. Перископ. Перископ, давай. Перископ. Значит, вот. О, молодец. Вот это, да? Молодец. Смотри, я так. Включаю. Так. Макс Бран, поделиться. Да. Значит, всем читателям, да? Всем читателям. Всем читать, естественно. О, если я слышу. Муратаева Мария поделилась. Вот, поделилась. То есть... И поехал 578 уже. 583! Видал, как? Приглашенные читатели. Сука, кто сказал сука? Так, ну рот твой грязный, а? Забанить за все. Слушайте, прикольно. Давайте, мне нужно 700 человек. Сейчас, мне кажется... Сейчас 600. 600. Маша, выключи звук на телефоне. Выключаю, хорошо. Извини, пожалуйста, больше так не буду. Что с Марком? С Марком все нормально, он Он моется просто грязный. Он, фу, грязнули. Грязнули, да, он не помылся. Просто. Как он мог испачкаться, если он не делал задание? Милаш, смотри. Ты? Ты. Я? Милаш, да. Я милаш, конечно. Да. Поднажмем, ребята, осталось... 80 человек. 79 даже. Хотел сказать 800. Осталось 75. Ребята, еще рассказываем. Рассказываем. Я могу станцевать. Да, ну вот давайте, Маш. Маш танцует, а вы рассказываете... Я не перевернул. Вот, да.
Рассказывайте, как вы там. Осталось 70 человек, ребята. Должно 700 быть человек, и все. Поднажмем. Рассказываю всем друзьям. Пишите ВКонтакте, что сейчас идет трансляция. Ссылку на нее в описании. Какая там ссылка? Говорю, Максим, скажи, пожалуйста. А какие варианты еще есть? Для чего? Осталось 50 человек. 50 человек, давайте, я танцую, продолжаю. Я, короче, придумал, что каждая моя трансляция будет бить рекорд предыдущий. То есть сейчас я хочу 700 человек. Потом я хочу 700 хотя бы одного. Смотри, 44. Осталось, ребят, 44 человека. Давайте, 44. Что мы еще можем сделать? Так, а кстати, ребята, как вам такое, не знаю, предложение, что за то, что вы больше, кто больше всего лайкнет какую-нибудь мою трансляцию, получит какой-нибудь либо подарок, приз, там, сигну или что-нибудь. Я знаю, что так делают некоторые блогеры, но нужна какая-то вот статистика. У кого так получалось, допустим, выиграть? И как часто вы вообще лайкаете другие трансляции? Расскажите, пожалуйста. Сигну, говорят, окей, привет, Макс, давай. В общем, давайте сейчас потестим, полайкайте сейчас. А я посмотрю, видно ли в перископе топ тех, кто лайкает эту трансляцию. Осталось, кстати, 18 человек до 700, и это будет круто, и мы, значит, выполнили сегодняшнюю. Я просто, в смысле, на машине не хочу, так. Конкурс, у кого больше лайков, Жене нравится. Ого, худая. А это, слушай, это по-моему, про тебя пишут. Ого, говорит, худая. Либо это про Саню. Но он парень, поэтому вряд ли ого, худая про него. Худая? Худая? Есть, я стараюсь. Осталось 6 человек. Ребята, приглашайте давайте, еще. Давайте. 8 осталось. Привет всем. А если будет 750 человек, давай. То я попробую встать на сигвей. Сбить Вадима сначала с него, надо попробовать. Это легко, ребята. Чего ты, с панталыка у меня собьешь? А? Ой, ес! Умри! Человек написал, и я его забанил. Я успел, короче. Обернись. Ребята, поднажмем, 700 человек нужно, сейчас 683. И пройдите сквозь меня красной нитью. Я сейчас могу показать Марка, но вы должны рассказать об этой трансляции всем своим подписчикам. У Маши хорошая шапка, пишет Женя Белозеров. Йоу. А Макс, Марк голенький. Ребята. Да, он не голенький. Ну как не голенький? Он слегка. Просто ножки вау. А, кстати. Покажи. Вы видели эту татуировку? Ой, надо свят видеть. Свят. Три свят. Давай, если будет 800, точнее 750, я покажу свою татуировку. Что? Если будет 750 человек, я покажу татуировку. Хоп. Ого! Поехали! Костя, расширь, пожалуйста. Короче, Маша тогда покажет свою татуировку. Она у нее находится на заднице. Нормальном месте. На заднице. Ну, на заднице, туда. На попке, ну. Да ладно, на попке, она намного выше. Как ты назвала в итоге? Ты что, собирался называть? Милин. А я хотел Муратай. Я голосовал за Муратай младше. Я видела, но мне не нравится Муратай. А зачем ты наделал такой вариант? Ну, это же, блин, ну, как бы, тоже мое мнение. Типа слабо тебе или нет? Да, ну, как бы... Ты бы предложила, чтобы люди в комментариях писали, что ты все равно свои варианты пропихнула? Нет, подожди, там было Мили, Муратаева младше, и был выбор за мной, и я выбрала Мили. Да. А за кого больше всего это было в итоге? За Мили? Да, это которые Hello Kitty, ребята, 750 человек, вы должны... А что-то уходит... Как говорят в Америке, 750. 750, ребята, вот... Подписчики уходят, мы даже 700 не сделали. Кстати, я уже ухожу, потому что вот закончилось. Мне нужно хотя бы 700 человек, ребята, еще 50 человек. Уходят люди? Уходят, конечно, им не интересно вы. Уходят. Ребята. Давайте, нужно 700 человек сегодня, пожалуйста. И все, и мы закончим эту трансляцию, потому что я понимаю, она уже затянута, уже блогеры приелись, что Маша, что Вадик, что там Марк даже. Я приелся вообще. Ты приелся? Я... Загрался осторожно. Уже. Костя, расшири, мне нужно 700 человек. 700 человек не набрал, что ли? Нет. Ну, ё-моё. Было 692. И потом был Марк, и все ушли. Ничего себе, и за Марк ушли? Конечно, они говорят, фу, чё, ноги мужские. 630 всего? А сейчас 630, конечно. Ой, это же. Ой, как о чем говорят мужчины, говорят, ноги. Смотрел вторую часть? Нет. А? Вы смотрели вторую часть? Помните, про ноги мне говорили? Если смотрели, вы пишите. Очкарик отпугивает. Так и пишут? Да. Ну и пошли вы тогда... На трансляцию. Я где-то 8, по 8, ну 8, 8.30 я уже точно буду.
что-то. Максим Петренчук в прямом эфире, кстати. Какой Петренчук? Давай. Все к Петренчуку ушли. Все ушли к Петренчуку. Он типа не отпугивает. Да, он. Петренчуку, привет. Измени Костю. Что значит измени Костю? Давайте 700 людей, и мы прилетим в Якутию. Ага. Замечательно. 10 тысяч человек, и тебе должно... Костян, помогай, пишет Лео Месси. О, Лео Месси тебе пишет. А, ты же не любишь Барселону. Так он тебе пишет. Он же не мне пишет. Ты же не любишь. Ладно, справимся мы без этого хлыща. Не знаю. О, все, он уходит. Это нет, я ухожу, это же не значит, что... Ущипни Костю. Нет, это ему будет приятно. А он... Все. О, все, ребят, короче. Все, Костяныч помог, спасибо. Сейчас мы наберем. Всего потому, что там 90 человек. Да, и так... Что, мне придется татуировку показывать? Да, нет, смотри, если будет... О, ребята, 700, Марк, да? Марк, если наберется 750 человек, то покажешь татуировку. Она уже появляется. Да! Обещала! Блин! Татуху! Татуха! Черт! Вы реально хотите увидеть татуху? Вы хотите увидеть татуху? Сегодня хотят, посмотрите. Мне нужно 5 комментариев. Хочу татуху. Хочу татуху. Напишите, пожалуйста, 5 кто-нибудь комментариев. Хочу. Нет, не да. Хочу татуху. Хочу татуху. Так и пишите. Хочу татуху. Давайте, ну. Хочу. Раз, два, три, четыре, пять. Черт! 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 Ладно. Мне надо раздеться. Давай. Черт. Ну что ж, Макс. Видели в лицо Макс сейчас довольная. Такой, да. Макс, убери пока что. Подожди, давайте музыкальную сопровождение. Да. Все. Один держи. Ладно, сейчас. Не, ой, еще шапку. И вот так надо, наверное, как там бьюти-блогеры делают? Давай. А, как? Или мудак. Мудак? А, да, мудак. Давай татуху. Давай татуху. Девочка, похожая на Машу Муратаеву. Сейчас, ребята, это очень... Ё-моё! Ух, нифига себе. Ух ты, вот это... А больно было? А как ее зовут? Милли. Милли. Видно там? Да, да, отлично, отлично. Все, хватит. Кто успел, тот молодец. Вот это! И теперь скрины по всем вообще. Да, делайте скрины, пойдут. Скидывайте мне в группу Мария Муратаева. Йоу. А, смотри, милаха, потом некрасивая, то есть... Тут же не... Не-не-не, некрасивая это я, а она милаха. Да, ты чё... Я принял на себя удар! Да. А, Макс, встань на Сигвей пишет. Я обещал, кстати, ребята. Ты обещал? Обещал. А кому ты обещал? Ребятам, если наберется там сколько-то человек. 750 человек. Все, ладно, тогда я... Давай тебя сниму. Давай. Вот. Я вот... А, так! Все, я понял, тогда держи меня. Ты держишь меня? Да, давай. Клево. Все, я оставил, я отхожу. И Максим Савицкий курить бросил, пацаны, бросил. Да. И подобрал. Да не, бросил, все, бросил. Ты бросил меня, когда ты ушел, я не знаю. Не туда, чтобы оба были в кадре, это было слишком интересно. Я разрываю между вами. Разбейте, тебе пишут, Макс, это чисто... Тебе слабо разбиться, а? Вообще это да. Тебе вызов. Это мне слабо. Да ты нуб. Блин, где что мне забыли? Где? Здесь? Можете покуриться? А, покрутиться? Нет. Руку с микрофона убери. А где микрофон у тебя, Макс? Это у тебя. Видимо, внизу. Окей. Плохо слышно, да. Видать, я тупой. Видать, вот, так лучше стало. Все а. Перископа. Я дебил, тут пишут. Какие все злые, а? Ты скажешь, они пишут, прям я дебил? Но... Нет, я дебил. Ты? Я ж микрофон закрыл. А. Снимать, говорит, не умею. Передай Максу, что он нубыш. Ну, ты нубыш. Нубыш, ну а чё? Максишка нубышка. Я согласен. Ты не дебил, пишут. Они разрываются. У них коллективного сознания нет. Фух народу. Там всего-то 832 человека. Будет меньше 800, и я отключаюсь. Максим, а вот скажи... Я отключаюсь. Друзья, сейчас я хочу послушать мнение Максима. У меня так. Наконец-то отросли волосы, и как вы можете видеть, вот. Еще, Максим. Еще с прошлого года. Вот как ты думаешь, короткие мне или длинные? Мне кажется, длинные. Мне всегда были интересны у тебя длинные волосы, потому что короткие волосы – это у дурачков. Если тут красивый кадр, кинематографичный. А вот такой. У женщин, ты думаешь, да? Спасибо, Макс. У Кати тоже не по ее воле.
Не, ну отращивать реально длинные, потому что у девочек должны быть длинные. Да, поддерживаю. Но некоторые прям каре. Ну короткие стрижки, это же стиль. Нет, да. Если каре. Карешка это хорошо. Ты чуть-чуть подлиннее, да? Да, конечно. Чуть-чуть. Красавица пишет, и сейчас красивая тебе пишет. Да, правда. Да, правда. Напросилась на. И сердечки сыплются. Кстати, меньше 800 уже. 793. Пошла отсюда. Все, сейчас мы уходим. Все, мне вырубать? Да, ребята. Не нажимать на вырубание. Спасибо, что вы рассказывали своим друзьям об этой трансляции. Спасибо, что вы лайкали. Один из следующих разов я сделаю объявление в группе ВКонтакте, что будет конкурс на мою сигну на количество лайков в Перископе. То есть вы будете лайкать и потом присылать скрины своих лайков количеству мне в комментарии, и мы выберем, кто из вас будет. Я тебя расстрою, но уже больше 800. Сойдё, ребята. А уже снова меньше. Ребята, вы такие прям туда сюда так. Как улиточки. Как улиточки. Все, ребят, спасибо большое, всего доброго. Пока. Пока. И я не знаю, как выключить. Ну, руби как-нибудь.